Сегодня после пятилетней реконструкции в храме Андрея Клицкого состоялось торжественное освящение. Реставрационные работы здесь начались, как только его передали в собственность Русской Православной Церкви. Только на роспись в технике темперной живописи ушло 2 года. Было сложно, поскольку ни фотографий, ни описаний, какой она была, не сохранилось. Церковь Андрея Клицкого построена в 1908 году, и в Ярославле она единственная. Сочетает в себе черты сразу 2 стилей – византийского и модерн. Сейчас, после столь глобального обновления, даже трудно представить, в каком запущенном состоянии храм был несколько лет назад.